Дорогие друзья, херсонцы, здравствуйте. Я обращаюсь лично к губернатору Херсонской области. Я обращаюсь лично к мэру Херсонской области. Я обращаюсь к начальнику СБУ Херсонской области. Вы сегодня преступники, воры, убийцы собственного народа и открыли консервный завод по упаковке своих граждане. Вы являетесь разжигателями ненависти, войны и приносите боль, трагедию моей любимой Херсонской области. Вот ваши плоды. Уничтожение детей. Ваши плоды – это похоронные бумажки матерям, отцам. А многих детей вы оставили без отцов. На вашей совести лежит сегодняшняя боль, трагедия моей страны. Уверен, что придет тот час, когда вы ответите за все свои призывы, за раскол государства, за унижение народа и за их человеческую боль. Я уверен, Бог есть. Вы понесете достойное наказание за то, что сотворили нашему народу.